Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрага ранку, сябры. Кася, добра ранак пачаўся. Павітайся з гледачамі. Добрай раніцы. А может тут... Что ты там целую раницу разглядываешь? Не разглядываю, а шукаю. И что? Отбитки пальцев. Ого, чьи? Злочинцы. Злочинцы? Ага, нехто докладно был у нашим покойчику. Чему ты так вырашила? Уже просто. Вот тут сидела моя лялька, а зараз я ее нема. Песик, ты ее брал? Не. А ты, Ваня? Не брал. Значит, остается одна. Нехто неведомый пришел и усял я ее. Кася, ты нас полохаешь. А отбитки пальцев? Ты их знайшла? Не. Але гэта ничего не значит. Злодей мог надеть пальчатки. Кася, а ты выпадково не эту ляльку шукаешь? Ой, эту. А где ты ее знайшла? Да я на туре лежала. Мусить, ты просто сама потом забылась, где я ее покинула. Ну, не ведаю. А может, это все ж злочинца? Не выдумляй. Треба свои цаски прибирать, и не будь виноватых. Эх ты, город-детектив. Отбитки пальцев. Смешно вам, а я, між іншим, про нас усіх непокоїлася. Кася, ну не крыўдуй, давай лепей мультик глядеть. Цікавы. Ну добра, давайте свой мультик. Вось і цудоўна. Ой, добрый мультик, а ведаеце, что я яшчэ вельмі люблю? Что? Детективные истории. Я. До речи, давайте узгадаем зараз знакомитых сыщиков. Ага. Давайте. А самый ведомый из них Шерлок Холмс. Элементарно, Ватсон. Про яго все чули. Навод кино про Шерлока Холмса есть. Ага. Не одно. Але самое цікавое, что это гениальный детектив, выдуманный персонаж, герой творов письменника Артура Конан Дойля. А яшчэ кого со знакомитых сыщиков усе ведают? На другим месте нашего детективного параду Эркюль Пуаро. Прывітанне, я до вас одразу с Бельгии. А чему он так дивно говорит? Бо письменница Агата Кристи, якая его придумала, зробила Пуаро жихаром Бельгии. А там говорить по-французски, робячи натиск на опошний склад. А сапраўдные знакомитые сыщики были? Чи только выдуманные? Ведомо. Менавіта яны натхняли авторов писать про их книги. А чему ж мы ведаем только про выдуманных? Бо для сапраўднага сыщика головное что? Конспирация. А коли их на улицах пачнуць познавать, какие же они будут сыщики? А, сапраўды, сапраўды. Але ж мне хочется стать знакомитой сыщицей такой, как про меня книжки писали. Как вы думаете, может такое здарыцца? Есть у меня здольности? Может и так, але их докладно треба развивать. Я готовая, а як? Так одразу не откажешь. Треба подрыхтоваться, прочитать тое-сёе. Знайсти практикование на уважливость. Каратей, ты покуль глядачам мультик покажи, а нам званим пораиться треба. Ну, добро, хай раится. Сябры, мультик. Ну вось, хочешь застаться одна, задай пытание нашим хлопчикам. Ну иди я на усе. Ой, лист пришел. От кого? От Вани. Я пошел до сябров, худко буду. Ну вось, кинули меня и гулять с сябрами, а я... Я ведаю, ведаю. Что? Якая гульня развивает здольности сыщика. Это тебе тому не было, что ты хотел мне допомогче стать больше назиральной? Ну так, и я, и Ваня. До речи, его еще нема. Нема, але я написал, хоть вернуться. Здорово! Значит, даремно я на них крыўдзілася. Яны не збіраліся мяне кідаць. Ну, дык што ты прыдумаў? Вельмі добра развіваюць назіральнасць і інтуіцыю гульні, хованкі і холадна-горача. Гульні! А я ўжо думала, давядзецца ў падручніках сядзець. А гульні – гэта цудоўна. Вось давай я схаваю гэтую цацку, а ты знойдзеш. Згода? Только не подглядывай. Добра-добра. Усё, шукай. Ага. Так. Холодно. Теплей. 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 Горяча! Знаешь, молодчина! У тебя цудовные здольности. Дякую, дякую. Коли будешь частею такие гульни гулять, зробися майстром. Не проблема. Я буду вельми стараться. А ведаешь, что мне еще хочется иметь? Что? Шапку-невидимку. Я б яе надела и допомагала усім, кто трапляє у беду. А кто тебе не дае без чаровной шапки допомагать? А ведь с шапкой-невидимкой больше цікава. Такая неведомая героиня. Гроза злочинцев. Тады просто можно переобрануться жанчиной-кошкой, Бэтменом. Так само никто тебе не познает. Слушная идея. У них такие прыгажие костюмы. Вось бы еще их здольности продбать, научиться далеко скакать и лазить по стенах. Знал ты, Кася, просто марш. Как быть героем, треба починать нечто робить. До того ж, соправдные герои не думают про то, как выглядают. А что дрянного, коли я буду героиней в прыгажем костюме? Любуйся на себе у люстерка и забудешь, кому ты збиралась и да помогчи. Ой-ой-ой-ой-ой, ничего ты не разумеешь. Цікаво, а какое практикование для сыщиков Ваня придумал? Ничто его долго нема. Вось дочакаемся и доведаемся. А покуль давай мультик глядеть. Давай. Ой. А Ваня все нема и нема. Может, он про нас забылся? Да не может быть. Захулялся и забыл. Вельми может быть. Что я пропустил? Кто на что забылся? Ваня, ты вернулся, ура! Мы тебе так чакали. Ну что, знайшоў практикование для назиральности? Знайшоў. Мне его сябры подказали. Да рассказывай худшей. Гэта гульня? Еще одна. Як мне подобается быть сыщиком. Ну, лучше. Так, нам спотребятся цацки и разные предметы. Несите худшей. Ага. Все, ухопить. Покладем у радок. И что далее? А зараз вы повинны уважливо поглядеть и запомнить, как они лежали. Запомнили? Запомнили! А теперь отворачивайтесь. А я поменяю два с их местами. А вы повинны будете отгадать, какие. Добра! Усё, можно глядеть? О! Я ведаю. И я. Ты поменял вось гэтую цацку. И гэтую машинку. Правильно, молодцы. Хутко справились. А давай ты более предметов поменяешь. Нам сподобалось. Добро. Только спочатку с глядачами развитаемся. До речи, девчонки и хлопчики, вы так само можете сгулять у такую гульню. Яна вельми цікавая и корыстная. А зараз до побачення. Доброго вам дня. Хутко убачимся, з самого ранку. У нашим добраранку!